Фильм «Крицул». В центре сюжета чемпион по дзюдо Олег Крицул. В 1997 году он принял участие в своих первых Олимпийских играх, а по возвращении на родину сыграл свадьбу с молодой невестой. Но всего через 3 дня после праздника в жизни спортсмена происходит страшная трагедия. Он попадает в серьезную автокатастрофу. Жена Крицула погибает, а он сам потерял зрение из-за полученных травм. Кажется, что герой навсегда лишается возможности вновь выйти на ринг. Однако его друг детства Виталий решает во что бы то ни стало помочь товарищу, вернув ему любимое дело и волю к победе.